Одна из групп ГЛА решила выйти из игры и присоединилась к драконам, чтобы сражаться против нас. Мы должны отомстить им за такое предательство. Организуйте атаку по их конвою и линиям снабжения. Затем уничтожьте предателей и их китайских предводителей. Быстрее занять позиции! Конвой, всем приготовиться! Генерал, группа предателей отреклась от ГЛА. Наши разведчики докладывают, что они договорились с китайцами уничтожить нас. Китайцы предоставляют им ядерное оружие, которое они хотят применить против нас. Конвой, охраняющий эти боеголовки, сейчас входит в этот сектор. Приготовиться! Огонь, убить их всех! Мы и покажем миру, как мы обращаемся с предателями. Победа! Ядерное оружие Китая теперь в наших руках! Загоните конвой к базе предателей и затем взорвите грузовики. Уничтожьте их все! Их база находится здесь. Мы обосновали базу здесь для вас, генерал. Охраняю подземные тоннели ГЛА. Они будут дрожать от страха. Удачной охоты! Справедливость должна восторжествовать. Я люблю, когда много людей. В бой! Да, иду. Мы должны отстоять свою землю. Готовьтесь к бою. Ничто не остановит меня. Мы нашли боеприпасы, они могут нам пригодиться. Меняю позицию. Я прорвусь. Я предан нашему делу. Что вам от меня надо? Я буду работать. Я готов отдать жизнь ради нашего дела. Я буду работать. Мы найдем укрытие. Ничто в тоннелях. Не остановит меня. Позицию. Меняю позицию. Я буду работать. Готов к атаке. Воин Бал. Это моя дорога. Это моя цель. Никто нас не покорит. Я выполняю свою задачу! Ничто не остановит меня! Предатели обнаружили наши войска! Мы должны подготовиться к их атаке! Скорее сюда! Я сделаю все, что в моих силах, Кейла! Никто нас не покорит! Воин Бал! Ничто нас не остановит! Путь к свободе один! Дай дух! Это моя дорога! За мой народ! Да! Сюда это здание не вместится! Разве мы не можем жить в мире? Что вам от меня надо? Я выполняю свой долг! Тихо, я чувствую, что опасность совсем близко! Наша воля непоколебима! Мы должны отстоять свою землю! Враг может находиться совсем рядом. Нужно напасть на них, прежде чем они сами это сделают. Мы должны быть осторожными. Туда! Боеприпасов хватает. Наша работа выполнена. Я всего лишь крестьянин. Готово! Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Охраняю подземные тоннели ГЛА. Я знаю свою задачу. Меня ничто не остановит. Тихо, я чувствую, что опасность совсем близко. Я готов. Скорее сюда. Туда. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Скорпион готов выпустить свое жало.
Скорпион! Ничто Скорпион меня не остановит! Мы должны отстоять свою землю сюда! Тихо, я чувствую, что опасность... Я готов! Скорее всего, нужно напасть на них прежде, чтобы они сами это сделали! Я хорошо подготовлен! Я готов! Ничто меня не остановит! Нехилая была работа. Я предан нашему делу. Скорпион готов выпустить свое жало. Все идет я так, как мы и планировали. Я готов. Да, иду. Мы проскочили это нужно сделать. Думаю, что это сработает. Покончим с этим. Скорпион готов выпустить свое жало. Боеприпасов хватает. Я готов. Я хорошо подготовлен. Ничто меня не остановит. Покончим с этим. Я предан нашему делу. Я знаю свою задачу. Покончим с этим. Я предан нашему делу. Мужества у нас хватит. Слушаюсь. Мы должны отстоять свою землю. Мы должны быть осторожными. Скорпион готов выпустить свое жало. Наша воля непоколебима. Разве мы не можем жить в мире? Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Мужества у нас хватит. Об этом позаботятся. Я сделаю все, что в моих силах. Слушаюсь. Я нанесу удар по первому, кто пошевельнется. Я всего лишь крестьянин. Скорпион, наша база в опасности. Воин Бал. Я делаю то, что мне сказали. Я сделаю все, что в моих силах. Четверо готовы. Наша воля непоколебима. Я сделаю все, что в моих силах. Очень хорошо. Мужества у нас хватит. Я сделаю все, что мужества у нас хватит. Скорпион, мужества у нас хватит. Хорошо. Легкий танк Кайла. Этот народ не потерпит нас, Скорпион. Скорпион. Что? Я нанесу иду. Наша база под огнем. Мужества у нас хватит. Не злите меня. Пушка ход. Наша воля непоколебима. Готово. Я сделаю все, что в моих силах. Стараюсь изо всех сил. Они должны умереть. Мужества у нас хватит. Этот народ не потерпит нас, Кешенцева. Очень хорошо. Готово. Он готов выпустить свою жену. Наша база в опасности. Готовы. Скорпион готов выпустить свою жену. Наша работа здесь закончена. Молодец, генерал.